А мы не хотели переезжать. Да, столько лет в своем доме. А тут дети на годовщину подарили нам квартиру. Уговаривали хотя бы приехать и посмотреть. Приехали, а воздух лучше, чем дом. Красота. Ну, мы и решились. Новую жизнь, можно сказать, начали. Марат начал снова бегать, а я рисовать, как в молодости. Apple Town. Город спелых решений.